Да, все получилось. Да, вот так вот отодвигаем лопатку. И теперь вводишь руку сюда и поднимаешь трапецию. Большим пальцем, да, вот и так мягко, протяжно, да, корпус тела назад отклонил. Ага, можно несколько раз. Находим теперь точки, не, подожди, руку не опускай, а наоборот на себя, чтобы раскрыть, да, и находишь вот эту точку. Большим пальцем. Желательно большим, да, чтобы просто упор был перпендикулярно в тело человека. Вот, да, это правильно попал, теперь уголок лопатки. С другой стороны краешек лопатки.